что у тебя за хрень на голове? Ну, пора и самому когда-то валить. Я Поттер 0, по-любому. Я все жду, когда она научит варить приворотное зелье. Всем привет, вы на канале Типа Топ, меня зовут Дима, и мы продолжаем смотреть школу. Вышла 14-я серия. Обязательно набросайте кучу лайков мне и Руслану, и напоминаю, что у меня цель 100к до Нового года. Поэтому подпишись, если еще не подписан, и поехали смотреть. А ты видел тикток Полины вообще? Я видел, какие вы тиктоки снимаете. Нет, ну вы издеваетесь. Добрый день. Ты что, меня трогаешь? Добрый день. Куда пройдем? Стефан, Найн, Найн, Стефан. Ура, больная. Стефан, Найн, Найн, Стефан. Стали. Дерзкий я. Стали. Да вы где тут, придурки? Ну что, ребят, перед началом ролика хочу выразить огромную благодарность всем фан-аккаунтам. Все ваши видосы остаются замеченными. ТикТок, Телеграм, за это вам отдельный респект. Ну а кто еще не подписан на наш канал, подписывайтесь прямо сейчас. Собираем как можно больше лайков, и мы стараемся как можно быстрее выставить новый ролик. Всем приятного просмотра. Да! Давайте добавим немножко настроения. И у кого есть мандаринки, давайте жрать мандаринки. Новый год все-таки, там скоро, все дела. Постоянно в глаза стреляет. В каком смысле? Какого фига? Че, Диманчик, нравится? Это мое творчество. Что это значит? Ты что, не смотрел ТикТок Полины? Смотрел. И что там? Там Штефан Найн. И что такое Штефан Найн? Самое интересное, что вы наполнили все мои комментарии этим Штефан Найн. Оригинал я так и не видел. Ну, сейчас хоть посмотрим. Полина точно такая же, как и ты, зашкварная. Ты чё, больной? Ты чё, меня трогать будешь? Чепушила маме. Ты чё делаешь, Дима? Вали его обратно! Дима, ну Дима! Я понимаю, что у тебя есть суперспособность призывать дерзкого. Но пора и самому когда-то валить. Вот такой же, вот такой. Димон, все нормально, но в порядке. Да, все хорошо. Пушка его еще поцелует. Штефан Найн, Найн, Штефан, Штефан Найн. Что это значит? Он Полину оскорбил, я его к стене прижал. А что сказал? Что она такая же, как и я, зашкварная. Штефан Найн, Найн, Штефан. Вы что, издеваетесь? У вас челлендж какой-то? Это у Полины спроси. Да забей, по-любому разводняк какой-то. Ты на урок идешь? Спасибо тебе, дерзкий, за то, что заступился. Ну, раз коротышку выгонять не хотят, то пришло время самостоятельно ставить его на место. Дима. О, твоя малышка пришла. Ладно, я ливаю. Приветик, я так соскучилась по тебе. Как твое здоровье? Уже лучше, спасибо. Как отработки? Я сегодня пропустил отработки. Тебя не накажут за это? Стефан, Найн, Найн, Штефан. Да... Эп, так вот его, как грибок в Марио, чтобы провалился. Да отвали ты уже! В смысле? Они ходят и всей параллелью кричат Штефан. Что это значит? Кто им сказал? Ты про что? Ты куда? Полина! Как бы надо бы следить, что вы выставляете в свои социальные сети. Иногда это может очень сильно боком вылезти. Ты какого фига отработки пропустил? Мы за тебя доску вешали вообще-то. А еще и стулья опять крутили. Строитель сказал, что он на тебя и на дерзкого пожаловал. Да я не специально, как-то само получилось. Полина не заходила сюда? Полина, ты тут? Боди оргазм. Ну я не мог, ну не мог, ну не мог я. Ну так хорошо написано, ну просто заглядение. Я, короче, монтирую видео, ты читаю боди-оргазм, я сказал тогда. Это, а там боди-органс. Это про меня и про мои... И про мою внимательность. Боди, ну реально боди-органс. Чего я оргазм прочитал? Это потому что я смотрю в маленьком окошке, на ноутбуке, нету света, а все запитано специальной батареей. Ну и, конечно, боди-оргазм. Так что, как говорится, кому нравится боди-оргазм, ставьте лайк, мы, возможно, себе мерч закажем. Видимо, нету. Очень смешно. Что ты, что дерзкий, вы стоите друг друга. Димон, ты уже говорил с Полиной про Штефана. Про кого? Ну, помнишь, ты хотел тикток Полины посмотреть? Ну да. Ну так там Штефан и есть. Я не понимаю тебя, Саша. Саша говорит, что видел видео Полины в тиктоке, там, где она парит эту электронную гадость и страдает фигней. Там вообще такая дичь. Зачем она вообще это выставила? Я не видел такого. Че вы врете? В смысле, что за прикол? Это когда было? Летом, что ли? Ну да, летом. Ты же тогда еще с ней не встречался, правильно? Нет, не встречался. Да, ну, о! Это значит, с меня взятки гладкие. Да, мне, конечно, придется за нее сейчас вступиться. Я же ее парень. Но что поделать? Такая наша мужская доля.
Я не разочарован. В себе разочароваться не забудь, придурок. Ты снова со мной побазарить хочешь? Мало того, что ты прогулял отработки, так еще и против меня что-то имеешь. Это твоя девушка фигней страдает, вот ей лучше что-то и скажи. Это не она, а если даже и она, то тебе какая разница? Ну, чувак, там кринж на лицо. Что вас вечно тянет по коридорам шастать? Нет, чтоб в классе уроки подучить. Дерзкий, почему сегодня отработки пропустил? Я дома в дотке отрабатывал. Ну хорошо, завтра, значит, вместе с Дмитрием приходите еще раньше и будете подметать улицы. А потом еще и строителю помогать. Понятно? Ну если не просплю, то обещаю, что буду как штык. Я тебе просплю. Я надеюсь, сегодня без происшествий обойдется. Ну, постараемся, Леопольд. По-любому, Леопольд Арнольдович, по-любому. Вот тебе, как говорится, мандариновый крест. Все пройдет гладко, никаких проблем. И кто-то еще не проснулся? Как всегда, Малярчук, Степанюк и Осипенко. Еще и Полина. Она, наверное, на вытик так и снимает. Так, Ари, если кто-то провинится, будьте добры, подготовьте мне список. И готовимся к биологии. Я еле уговорил вашего учителя снова у вас преподавать. С прошлого раза. Хоть один звук. Выше двойки у меня за семестр не получите, ясно? Бестарь. Я так понимаю, тикток Полины уже все видели? А что за тикток? Я просто не в теме. Там Полина, короче, кринж, брат, девушки парят. Сели. Что вылупились? Тикток мы обсуждаем. Ну, если хочешь, можешь с нами обсудить. Что мне обсуждать? Это вообще не я снимала. Ну, понятное дело, что это кто-то снял. Но в главной роли есть же есть что ты... еще сказать? Ну, лично у меня нет. А хочешь что-то сказать? Вы мне можете показать этот тикток? Я единственный, кто его не видел, да? Не, братанчик, я тоже! Я не видел! А, сволочь уже зашла. Давайте сразу к серьезу. Добрый день. Что вы стоите в проходе? Или вы мне справки собираете с больницы, что вам можно посещать мой урок? Сели все... А так все нормально, да? Как бы в целом никого ничего не смущает, да? Что у тебя за хрень на голове? Почему с попугаем? Но вот строитель красавчик, он с собой, видите, покушать взял. Если вы берете с собой покушать, поставьте лайк этому видео. Сели все быстро. Тогда я сейчас это, остальное донесу. А, это не по... Это жирный? А, чё... Банку открой! Мужик, ты чё? Им же дышать там нечем, ты чё? Видел то видео? Мне Саша показал, и Камран пытался. Там где с электронкой, да? Ну да, ты ещё Штефан говоришь там. Штефан, это кто? Мы поставили по одной банке на каждую пару. Остальное я сама, вы свободны. Наталья Павлиновна, а где вы столько мышей нашли? Я их все утро бегал по школе собирал, Саша. Серьёзно? А для чего они? Интересно. А если снять тикток с мышью, можно стать популярной? Что думаешь, Полин? Так а что тут такого? Полина просто электронкой балуется. Это ж по-любому тренд тиктока какой-то. Чего вы все на нее накинулись? Понять не могу. Курить — это плохо. Не обсуждается. Но где доказательства того, что она их постоянно палит? Может, взяла для видео? У меня в Инстаграме есть фотография с сигаретой, но я не курю. Что вы делаете, ученик? Видос смотрел. Хотите тоже посмотреть? Какой видос вы смотрели? Я думаю, вам не понравится, но показать могу. Случайно не тот видос, о котором я вам говорил на отработках? Закрылись все. Уважаемый, вы сделали свою работу, вы свободны. Попугая забрать? Попугай останется здесь. Я бы на вашем месте не оставлял попугая в этом классе. Ну ладно. Наталья Павлиновна, а зачем нам перчатки, мыши и многое другое? Сашка, сейчас вилки раздадут и кушать будем. Блин, это урок биологии? Ты будешь стоять так до конца урока. А я что, стоя кушать буду, Наталья Павлиновна? Сегодня мы с вами проведем урок по препарации мышей. Кто мне скажет? Нет, ну пожалуйста, не надо резать мыши. Это крысы, падлы, помойные. Вот такие, как лапоть. У меня 46-й размер. Вот такая хрень, не страшно. А если мышей режем, зачем попугая ты принесла? Тотемное животное? Что такое препарация? Что, никто не знает? О, Наталья Павлиновна, так мы что, сейчас реально будем кушать? Так что это значит, Полина? Что именно? Кто такой Штефан? Дима, можешь меня не спрашивать об этом? Я не хочу на это отвечать. Это была моя глупость. Тем более видео залила не я. Ты видел, с какого аккаунта его залили? В смысле ты не хочешь отвечать? Ты сняла тупое видео. Из меня сейчас будут тоже смеяться. Из-за тебя. Потому что ты моя девушка. Тебя будут смеяться. Ты в такие моменты о себе думаешь, что... Блин, они спорят, я не могу. Ребята, на заднем плане Перский надувает перчатку, у меня просто все внимание уходит. Что, то есть, когда ты делал позорные поступки, с меня не смеялись? Значит, я еще виноват в чем-то. Встала. Извините, я больше не а буду. А я сказала, встала. Вы будете оба стоять до конца урока в позе стоя. Итак, препарация – это вскрытие материала для его дальнейшего исследования. Наталья Павлиновна, так и зачем нам мыши? Мы что, будем делать им конечную остановку? Это же противно! Какого фига мы вообще должны это делать? Вот именно! Это же живые существа! Да я на вас заявление напишу! Анжела, если ты не хочешь, я могу и твою мышу препарировать. Не, ну а что? Это же интересно. А попугая мы тоже будем препарировать?
Кровь и бетон. История любви. Ромчик, при всем уважении, это живые существа. Не надо их резать. Биология – это наука о животных. И я не вижу ничего плохого в том, что стоит у вас на столе. Это круговорот жизни, ученики. Так, а попугая будем препарировать? Так, зачем еще попугая? Вы что, совсем дураки? Это вообще-то домашнее животное. Для таких заинтересованных учеников, как вы, Роман, у меня в учительской есть коробочка, в которой находится лягушка. Ученик, который лучше всех проведет препарацию, получит от меня отличную оценку и возможность провести вскрытие с целью исследования данного живого организма. Так и что с попугаем будет? Стали. Мне что, до конца урока стоять? Добрый день. А вы где пропадали? А с математичкой. Видели мы разочек их встречу. Но мы договорились, что мы об этом не говорим. Все, рот закрыл. Это рандомный коммент. Аллилуйя из прошлого видоса. Эй, гоу! Открой рот, сядь вообще. Ученик дерзкий, в этом классе учится. Дерзкий я. Пройдем со мной. А куда пройдемте? В участке все узнаешь. Простите, а куда вы уводите ученика? Не переживайте, руководство в курсе. Если это за мои тупые шутки перед Нателлой Павлиной, то я даже готов извиниться. Если что, у нас учитель еще заставляет животных исследовать. Ее тоже можете забрать. Вот именно, уводи эту мразь! Нацепила себе. Плюс 15 к силе интеллекта и 10 к духу. Идем. А куда его увели? Кто-то знает? Ну, видимо, оскорбил кого-то в доте, кого оскорблять нельзя. Ну, это же дерзкий, он тупой. А что ты так с ним не базаришь, когда он здесь? Он не тупой. Ты его шестерка? Стали. За что? Я же факты говорю. Ты будешь стоять так до конца урока. Так ты мне объяснишь? Давай после урока. Может, выйди в коридор? На уроке, Дима. Нателла Павлиновна, а можно выйти в туалет с Полиной? А вы что, сами в туалет не ходите? Или вам помощь нужна? Нателла Павлиновна, а что с попугаем вас будет? Вас выгнать за дверь? Так можно выйти? В дневник. Вместе со своей соседкой по парте мне на стол. Пожалуйста. В смысле? Молодец, спасибо тебе, Дима. А как вы видите, на столе у вас стоят лабораторные мыши. Преимущество данного организма состоит в том, что это млекопитающее, чей геном близок к геному человека. Нателла Павлиновна, а чего начинать? И у вас только одна лягушка? Или вы попугая тоже дадите препарировать? Я вам все скажу. Слушайте, Рома, вообще, за любой движ, что резать, что ломать, пожалуйста. Дневник после уроков мне на стол. Как вы помните, у мышей все органы чувств и мозг находятся в передней части тела. Ты не знаешь, куда дерзкого Павлина? Нет, ты думаешь, он что-то сделал? Ну, человек, как и что? Ему там камраны сцепились. Может, камран бабушке пожаловал? А что сцепились? Ну, за Штефана подкалывал. Ну, слушай, он же прав. Зачем надо было его трогать? В смысле прав? Ну, ты же сам видел видео, там, где Полина под Штефана парит. Не гони. Я... И что? Тебе перечислить, что комрад со мной сделал? Сколько раз он нас подставил и штанов оставил? Хоть и на сцене опозорился при нас. А ему мало и мало, мало и мало. Конечно, понимаю, то, что вы друг друга любите, но я бы после этого, наверное, больше с ней не общался. Зато твоя Анжела лучше. Ты ее тиктоки видел? А у нее есть тикток? Я не знаю, но уверен, что Полина не со зла сняла такое. Я не знаю. Если у Анжелы есть ТикТок, обязательно к ней зайдите. Создавайте им актив в социальных сетях. Я, например, на них подписан. Я уверен, то, что твоя с ней репутация после этого упадет. Ты тупой? Не говори мне такого. Сам ты тупой. Закрой рот. Ты что, поссориться хочешь? А что здесь происходит? А мы мышей поделить не можем. Встали. Я? Я сказала встали. Не буду вставать. А, не будем? Все, сидим. Димон, что с тобой происходит? Со мной что происходит? Это с вами что происходит? Вы что, больной? Я сказала вам, встали. Может, у вас справка есть? Принесете справку, и вопросов к вам не будет. А пока что встали. Да вы достали со своими справками. Дима, успокойся ты. И ты не успокаивай меня, ясно? И закрой тоже рот. Ты серьезно? Да, серьезно. Сняла тупое видео, из-за которого с утра все смеются. Я его не снимала. Я с бывшей одноклассницей прикалывалась, и этим летом мы поссорились. И она залила его в ТикТок. Вы все тут тупые. Почему вы прицепились ко мне из-за одного видео? Вы вообще видели, с какого аккаунта оно было залито? А электронка тебе тоже одноклассница дала, подержайся. Ты дура или что? Ты меня уже раздражаешь. Ты сидишь в классе, как крыса, и вставляешь свои 5 копеек. Никому не нужно. Я ее взяла для ролика. Я дура, ты позоришься на видео, а я Полина, дура? Закрой рот и не гони на Анжелу. Закрой рот и не закрывай рот Полине, понял? Вы что здесь себе позволяете? Нателла Павлиновна, если что, я могу взять с собой домой неиспользованных мышей и сделать там препарацию. Может, у кого еще вопросы ко мне по поводу видео? Или может мне все объяснить? Так это не ты выставила, а тебя подставили или что? А тебя волнует уже это? Я же опозорила тебя. Ты всегда думаешь только про свою шкуру. И что будут говорить о тебе? Да вы все тут придурки! Полина!
Это что такое? Ученица? А вы куда пошли? Вернитесь! Тут как бы... Тут добавить нечего. Саня с Димасом поругались, Полину довели. А это даже ни одного заклинания еще не показала. Я все жду, когда она научит варить приворотное зелье. Ученица! Дерзкий ушел, все в косе пошел по жопе. Каждый из вас в косе тупой. Каждый? А ты не тупой? Мы не разобрались во всем и начали на Полину гнать. Ты, значит, не гнал. Не знаю, как вам, но лично мне противно, что такая одноклассница у меня в классе. Да закройте все рты, чего вы съелись друг на друга, как собаки? А ты бы тоже молчала, уверена, что у самой скелета в шкафу не меньше. Ты еще со мной сегодня хочешь поругаться? Слушайте, может, реально перестанем сраться? А ты-то куда? И вообще, какого фига мы должны препарировать мышей на уроке? Еще и попугая мучить, зачем? Понимаю, вам эти мыши не нужны. Тогда давайте попугая препарируем. Держите Рому, блин. Ты что сделал? Саня, молодец. Я дурак, я животное спасаю. Никто бы их взял в кости и не додумался бы до такого. А тебя не смущает то, что его снова поймают? Зачем ты его в коридор выпустил? Но вы говорили, что они нормально будут себя вести. Одна вообще ушла, а остальные весь урок что-то выясняют. Арина, что случилось? Я, если что, вообще молчал. Практически ни одного слова не сказал. Выполняю долг старосты. Вы не списки провинившихся составили? Нет, я думал, что разговоры на уроках не считаются грубым нарушением. А где клетка? Куда вы дели клетку? Где попугай? Я его выпущу, чтобы такие, как вы, не исследовали его на уроках. Есть еще вопросы? Молодец! Я считаю, что он правильно сделал. Пожить животному! Понятно вам? Я сейчас еще и мышей выпущу, ясно вам, дура больная? Больной? Это урок биологии! Биологии! А попугай, он вообще директора был! Максима Геннадьевича? Да. А что он у вас делал? Он был у меня... На передержке? Попугай. Саня! Не, ну откуда мы знали? Подожди, ну откуда мы знали? Ты же заливала, что ты резать все собралась! Возникает вопрос. Директор с одной танцует, другой попугаев раздает. Что там у вас происходит, мистер директор? А где Дерзкий? Его в ментовку забрали. В смысле забрали? Что случилось у вас? Так полицейский сказал, что руководство в курсе. Какое руководство? Так, ну, у меня есть две новости. Одна хорошая, другая плохая. С какой начать? Вы о чем? Ну, я боюсь, мужик, я даже боюсь представить. Весь класс перессорился. Попугая выпусти. Дерзкого в ментовку увели. Полина обиделась, убежала. Есть еще две новости. Какие? Хватит новостей! Это починил, это хорошее. А плохое? Попугай влетел в электрощиток. В смысле влетел? Я же его спасти хотел! Вы что тут все, с ума посходили или что? Димон, ну ты реально придурок. Говорит человек, из-за которого мы все стоим из-за здесь. Из-за меня? Вообще-то это вы все начали. Так, все заходим в класс. Давайте, быстрее. Полина. Что ты от меня хочешь? Прости, я же не знала, что это не ты выставила ТикТок. Но это тебе не помешало сделать выводы. Так а чего твоя одноклассница его выставила вообще? Давай потом, хорошо? В смысле потом? Ты сейчас сказать не можешь? Да что с тобой стало? Почему ты такой агрессивный? Кто это тебе звонит? Может, ты еще трубку вместо меня возьмешь? Так кто? Дерзкий. Включи на громкую. Полиночка, привет. Короче, тут прям лажа, у меня в семье проблемки. Папа сейчас под арестом. Упс. В смысле, Полиночка? Дерзкий, ты зачем ей звонишь? Дима... Так. Умница, кто-то заливал к ней в начале сезона. Полиночка! Дима, ты придурок! Че, Димон, снова лажила все? Ты как магнит тянешь к себе все дерьмо? Хотя дерьмо к дерьму всегда тянет. Короче, это только начало. Штефан Найн. Ну что, ребят, как я говорил ранее, все ваши видосы, сделанные для школы глазами школьника, остаются всегда замечены. Именно поэтому мы хотим устроить конкурс. Ваша задача сделать крутой и смешной видос, связанный с этой серией, и выставить его на любую платформу. Добавить хэштеги «школа глазами школьника», либо просто «глазами школьника», чтобы мы вас обязательно смогли найти. Лучший видос мы опубликуем у себя в телеграм-канале со всеми ссылками на вас. Всем спасибо за просмотр и всем пока. А серия, конечно, ого. Количество проблем в ней зашкаливает до максимума. А это значит, что в следующих сериях эти проблемы будут решаться. Ура! Поэтому заряжаемся настроением и давайте ждать следующую серию. А если вам понравилось смотреть со мной эту серию, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии и забегайте в мой инстаграм. А с вами был Дима, Типа Топ. Пока!